Спасибо. Вот и закончилась наша с вами учеба. Впереди вас ждет долгая и интересная дорога. Желаю вам на этом пути удачи, успеха, чтобы все было у вас хорошо. В добрый путь, 9-й Б. Дело в том, что у нас очень известный человек, широко известный в узких кругах астролог, составил прогноз для вас, кто чем будет заниматься в течение первых 5 лет. Поэтому, пожалуйста, сейчас сразу достаем себе предсказания и будем зачитывать. Давайте, да-да-да, доставайте, каждый сам себе достает, быстренько отходим, и потом ко мне в микрофончик подойдем и скажем. По всем планам, Руслан, в течение 5 лет, Ярослав, правильно же? В течение 5 лет это должно осуществиться. Только не уходите далеко, сразу зачитайте и подходите сюда, в микрофон, и пусть на камеру будет видно ваши предсказания. Так. Никит, давай у Никиты узнаем, чем будет Никита заниматься в течение первых 5 лет? Откроет производство мороженого. Откроет производство мороженого. Давайте поаплодируем Никите, браво! Никит, присаживайся, Алексей, давай. Соберет миллионы просмотров со своим танцем в ТикТок. О, отлично! Соберет миллионы просмотров со своим танцем в ТикТок. Сейчас, давай, Егор, давай. Отправлюсь в кругосветное путешествие. Отправиться в кругосветное путешествие, замечательно. С этой стороны подходим, Никита, давай. Соверши более 1000 прыжков с парашютом. Соверши более 1000 прыжков с парашютом. Отлично. Даша. А можно поменять предсказание? Еще раз. Создаст новое чудо света. Создаст новое чудо света. Замечательно. Кристина. Буду сниматься в молодежных сериалах. Прекрасно. Аня, давай. Стану крутым продюсером и помогу талантливым ребятам. Отлично. Крутые продюсеры. Классно. Ярослав, давай. Выиграет олимпийскую золотую медаль в самом виде спорта. Отлично, ну для тебя же подходит, дай 5. Ты же у нас будущий Санчик. Хорошо, Полина. Разгадаешь тайны мироздания. Давайте Полине поаплодируем. Замечательно, разгадает тайны мироздания. Браво. Хорошо, Настя. Займусь объединением всех стран. Займется объединением всех стран. Очень здорово, почетно. Настя выиграет 100 миллионов в русское лото. Замечательно. Роман. Открою станцию метро и дам ей свое имя. Открою станцию метро и дам ей свое имя. Отлично. Супер, Роман. Мы в этом даже не сомневаемся. Игорь. Стану известным режиссером фильмов. Станет известным режиссером в фильмах. Отлично. Давайте поаплодируем. Игорю. Так, Руслан. Запишу свой музыкальный альбом, и он станет популярным. В сфере шоу-бизнеса. Руслан, дай 5! Ну так оно и будет ведь, на самом деле. Руслан пишет текст к песне. Евгения. Выпущу новое полезное приложение для студентов обслуживания. Круто! Новое полезное приложение для студентов. Давайте Евгению тоже поаплодируем, Лиза. Буду подрабатывать клоуном в цирке. Клоуном в цирке, вот так вот. Ну, посмотрим. Может быть, сбудется. София. Приму активное участие в разработке новой денежной. Новая денежная система. Ребята, вот так вот Софи примет участие. Илья. Буду великим изобразителем. Буду великим изобретателем, да? Нет, изобразителем. Модель. Изобретателем. Хорошо, Роман. Создам свой YouTube-канал про кулинарные изыски. Вау, классно. Ты любишь поесть? Нет, мне больше полетать. Полетать, все, хорошо. Отлично, ну что ж, друзья, по плане проведения выпускных вечеров. Первое слово, конечно же, предоставляется, ребята, кому? Конечно, классному руководителю Оксане Михайловне. Давайте под ваши аплодисменты, внимание, уважение, с любовью к своему классному руководителю послушаем. Третий раз, это слишком много для меня. Учитывая, что я не лирик, абсолютно не лирик, а математик и физик в большей степени. Но еще раз 9-й Б. Всем, кому... пусть сбудутся все ваши предсказания, которые вам достались, и не через 5 лет, а может быть даже раньше. Может, мы вас услышим еще, услышим вас по телевидению, по радио о вас. Буду следить за вашей судьбой,
И вы не пропадайте, не забывайте, пожалуйста, школу. Ну и, по крайней мере, можно... В соцсетях меня, конечно, нету, но было бы желание, можно найти человека. Еще раз. Давайте вы заведете. Нет. А давайте, правда, заведем аккаунт Ксении Николаевне. Нет. Нет. Я не публичный человек. Поэтому... Да, сейчас, конечно. Еще раз 9Б. Всего вам наилучшего, всем-всем. Удачи во всех ваших начинаниях. Хоть и трудный путь начинается сейчас, смею вас уверить, школа, это было очень легко, даже родители вам подтвердят. А вот что пойдет дальше, но пусть этот путь будет для вас, с одной стороны, трудным, но он вас всему научит, потому что в большинстве случаев все предпочитают учиться на собственных ошибках, могу сказать по своим детям, сколько я им не объясняю, пока сама на грабли не наступит, одна, вторая, не слышат меня, точно так же и вы наверняка будете учиться на собственных ошибках. Но это и лучше. Собственные ошибки, они лучше запоминаются, и выводы из них делаются серьезные, а не то, что когда кто-то говорит. А так всего хорошего. Найти свою профессию, найти свое будущее, найти своего любимого человека, чтобы у вас было все хорошо. А в вашей жизни, знаете, есть такая притча. Один мудрец, называется эта притча «Сосуд жизни». Однажды мудрец взял стеклянный сосуд, наполнил его большими камнями, показал ученикам и спросил, полон ли сосуд. Ученики сказали, да, естественно, полон. Тогда он взял более мелкие камушки и высыпал в этот стеклянный сосуд. Легонечко встряхнул, мелкие камушки заполнили промежутки между большими камнями. И опять он спросил, полон ли сосуд? Ученики опять говорят, да, полон. И тогда он взял песок и высыпал этот песок в сосуд. Этот песок заполнил все оставшиеся свободные места. Вот он сказал, я хочу, чтобы вы представили, что это ваша жизнь. Крупные камни – это ваши крупные свершения. Это ваша семья, ваше здоровье, ваш любимый Бета, ваш любимый человек. То, что останется с вами всегда, даже если не будет вот этих вот мелких бета, мелких событий, никуда не денется. Мелкие камушки – это ваша работа, ваш дом, увлечения. А песок – это повседневные будни, быт, хлопоты повседневные. Так вот, все зависит от того, чем вы наполните ваш сосуд. И если вы его заполните только песком, то для больших камней места уже не останется. Подумайте, пожалуйста, об этом. Пусть в вашей жизни на первом месте будет ваша семья, ваше здоровье, а все остальное приложится, это как приложение ко всему остальному. Желаю вам удачи всем. Спасибо. Спасибо большое. Такая притча классная вообще. Мудрый учитель. Да? Наверное, чтобы крупные камушки у них у всех были, да? Чтобы песка вообще не было, чтобы мелких камушек, чуть-чуть там были так немножко. В основном, чтобы только крупные камушки у них были. Потому что ребята на самом деле очень талантливые, амбициозные. Такие видно, что они очень креативные, свободные. И да, и мы надеемся на то, что действительно у них будет светлое будущее. Благодаря, конечно же, вот этому импульсу, который вы им тоже дали. Спасибо еще раз. Давайте классному руководителю поаплодируем Оксане Михайловне. Спасибо. И оператор Андрей. Давайте нам всем поаплодируем. Конечно же, суперперсонал клуба Blackout. Арман, Сергей. Здесь у нас тоже есть замечательные девчонки. В общем, все сегодня стараются для того, чтобы этот праздник был, конечно же, запоминающимся для вас. Ребят, мы посмотрели ваши анкеты, и очень так интересно нас порадовал тот факт, что был такой эпизод, когда кого-то заперли, да, в кабинете, по-моему, или в лаборантской, да, кого заперли? Ярик и Ярик. Ярослав, товарищ Ярослав, аплодируем, слушай, Ярослав. Руслан его запер, да, понятно. Мне интересно, вот Оксана Михайловна как она отреагировала вообще, когда увидела, что Ярослав там заперт? Лучше спросить, как физичка отреагировала, когда узнал, что сам Миша заперт. То есть, а как физичка отреагировала, что Миша заперт? Миша, где Миша-то? Его нет сегодня. Его нет сегодня. Подождите, кого заперли, Ярослава или? Меня, а сначала Миша, потом меня. Сначала Миша, потом тебя, Оксана Михайловна.
Но ребята приколисты на самом деле. То есть запирают друг друга. Даже... Вообще, да, пальцы вот не клонит. Ну и что, как вообще ощущение? Вот ты был запер, сидел столько по времени там сидел. Я не знаю, сколько по времени сидел, но было очень хорошо. Я надеялся там весь урок просидеть, ничего не делал. А, то есть, в принципе, ты мог просидеть там весь урок и ничего не делать, да? Разговаривал бы со скелетом Васи. Хорошо. А, кстати говоря, вы знаете, я вот сейчас хочу обратить внимание, Александр Михайлович, мы и родителям тоже ребятам высылали анкеты, и они определяли лучшего каждого в своей номинации. Ну, такие номинации, как самые разговорчивые, самые артистичные, все, каждый ответили «я». Ну, это нормально, это в принципе, да, для них это очень свойственно. Но я хочу отметить, что в номинации «самый спортивный» Руслан Пилипенко у нас выиграл. Поэтому давайте поаплодируем. Руслан, выходи сюда. Пусть страна знает, как героев. Ну, давай, подпишись. Ну, выходи, выходи сюда. Посмотрим на тебя. Что ты? Это же головой Маша. Пилипенко, это не я. Я не Руслан. Руслан, значит, смотри. Сейчас все очень просто. Так как ты у нас в номинации «самый крутой спортсмен», «спортсмен года», то у нас есть для тебя специальное задание, Руслан. Как ты думаешь, какое? Мы с тобой договаривались. Нет, не договаривались? Рэп. Обычно спортсмены рэп читают, да? Не, обычно, знаешь, что спортсмены делают, Руслан? Держит на руках своего классного руководителя. Давайте. Да, поэтому сейчас, Оксана Михайловна, мы попросим вас выйти к нам, к Руслану. Да, всегда все, кто спортсмены года, выпускники, они держат на руках своего классного руководителя. Своего классного руководителя. Да, поэтому сейчас мы попросим, под ваши аплодисменты, друзья, конечно же, Оксана Михайловна. Я не буду. Гаша, не так, Руслан. Тогда хорошо, тогда кого-то из девчонок на выбор. Давай. Ты спортсмен года, поэтому должен показать этот статус. А, ты не в силовой? А любой, вот смотрите, давайте любую вообще. А, ему по мячу в баскетболе, да? Хорошо, то есть ты именно мяч по баскетболу. Ну да, давайте, ладно, давайте вот, да, Кристина. Под ваш аплодисмент, конечно же, Руслан сделает, давай. Конечно, да. Ровно 6 часов, пока идет мероприятие, сюда в дорогу заходим. Таймер включаем, все, и мы будем смотреть за вами. В течение 6 часов он стоит. Хорошо, это приходите, если Руслан с нами 6 часов как постоят, пока мероприятие будет. Ну давайте. 6 часов, пройдешь? Нормально же? Давайте поаплодируем. Спортсмен же, спортсмен года. 6 часов сможешь удержать? Хотя бы минуту. Хотя бы минуту? Ну, Насте приятно, по крайней мере. Да? Ну, 6 часов, Настя, ты же удержишь, вот мало. Да тут даже я не выдержу. А, даже ты не выдержишь? Ну, хорошо, ладно, давайте поаплодируем. Спасибо большое на это участие. Руслан, тебе спасибо тоже. Мы поняли, что ты спортсмен не силовых видов спорта, но тем не менее очень хорошо у тебя получается. Ладно, ну что ж, выпускник, поэтому все парни, все мужчинки, мальчишки, мы вас будем ждать вон там на сцене. Поэтому давайте пару минут, хорошо? Набирайте сейчас сил. Алексей, да? Егор, Арсен. Александр, да? Никита, Никита, Игорь. Где у нас Роман, Илья? Он Игорь в конце. Игорь в конце, да. Вставай! Игорь, да ты ж ты, вставай! Какой Игорь? Он по тебя. Ну да, Игорь, он встанет обязательно. Никита, Ярослав. Здравствуйте, мы пришедшим выпускникам. Давайте поаплодируем. Подождите, у нас есть Игорь. Здравствуйте, здравствуйте. Ладно, все, хорошо. Тогда, парни, мы вас будем ждать. Через пару минут я вам скажу. Хорошо? Так, Никита, Алексей, Илья, Руслан, Никита, Арсен, да? Ребят, давайте вот так же. Видно тебя, Арсен, да? Все, хорошо? Замечательно. Девчонки, кстати, мы же не познакомились, как зовут? Даша, очень приятно. Даша, все поаплодируют, когда она пришла. Александр, у нас в теме, нет? Александр, в теме, нет? Он
Вот и все, здесь сидит, и как-то непонятно, то ли в теме, то ли нет. Ну все хорошо, ладно. Итак, ребят, смотрите, значит... Подождите, откуда это у нас парни выходят? Какие крутые! Мы в бар хотели заглянуть. А, хотели в бар заглянуть? Ладно, хорошо. Итак, число кратное трем, все знают же, правильно? Число кратное трем, все знают. 3, 6, 9, 12, 12. Максим, спасибо, спасибо, Максим. 18, 19, 20. Да, правильно. Каждый раз, когда мы будем встречаться, смотрите, сейчас у нас отчет, Никит. Сейчас у нас отчет, да? 1, 2. На слово, когда будет число кратное трем, 3, 6, 9, 12 и так далее, вы говорите выпускной. Хорошо? Да. То есть 1, 2 выпускной, 4, 5 выпускной, 7, 8 и так далее, да? Но если кто-то у нас сбивается, тот покидает наш турнир, хорошо? Покидает просто вот так вот, уходит все, вот так вот. И мы ему машем, он улетает, потому что нам надо определить мистера выпускник. А за победу? Вот смотрите, какой интересный вопрос задает Максим. А в чем суть мероприятия вообще? Не правило, я не понял правила. Давайте потренируемся дальше, Максим, мы сейчас до вас зайдем. Ладно, давайте отсюда со сцены начнем. Здесь вроде ребята так, с таким умным выражением лица все понятно. Давайте. Я понял, я иду сюда тогда. Здесь вроде бы тоже все. А, Игорь точно все понял, да? Да. Все, Игорь, давай, тогда начинаем с тебя. Два! Выпускной! Пять! Шесть! Вот, надо было сказать выпускной, да. Давайте поаплодируем Романову! Хорошо, давайте сначала еще раз. Рома, ты уже тёмный, идеальный! Ром пошел под подряд, за парой девчонками уже. А может я с ним? Я с ним! Стоп! Так, хорошо, Александр, ты с нами? Нет. А, ну хорошо, ладно. Александр, он уже студент, да? Он уже работает вовсю, все понятно. Ой, да тут все почти работают. Уже все почти работают? Кто не работает? Кто работает? Давайте быстрее. Давайте, все, погнали. 1, 2, 3. Садись, Максим, все, да, хорошо. Давайте Максиму поаплодируем. Все, замечательно, давай дальше. 1, 2. Садись, все, давайте, поаплодируем, я расслабил, погнали дальше. 2. Все, Арсен, до свидания. Давайте Арсену поаплодируем, браво. Так, сначала начинаем. 1, 2, 4, 5. Да, мы можем, смотрите, пойти в обратную сторону, поэтому я немного буду вам усложнять. Сначала давайте еще раз. 1, 2, 3. Да, все, Егор у нас тоже покидает. Такое бывает иногда. Хорошо, давайте еще раз. 1, 2, 3. Никите давайте тоже поаплодируем. Все хорошо, я понял. Так, ребят, смотрите, значит, второй тур. Давайте, ребята, поаплодируем те, кто остались здесь. Девчонки, как вы думаете, кто у нас победит? Лиза, Софья. Да, и кто у нас победит? Руслан победит, да? Ну ладно, подождите. Значит, смотрите. Сейчас я вам задаю самые разнообразные вопросы. У вас должны будут быть ответы на букву П. Да? То есть каждый ваш ответ, он начинается с буквы П. При этом ответ должен быть очень таким логичным, адекватным, ни попад не принимается. И долго думать тоже нельзя. Ну, к примеру, давайте мы начнем с Игоря. Игорь, что у тебя в портфеле? Что? Финал, давай, шаг вперед, все, хорошо. Ну, делай шаг вперед. Все, хорошо. Никита, что ты прячешь в шкафу? Пусть будут сигареты. Никита, поаплодируем Никите. Никита, он, во-первых, спалился, а во-вторых, на букву П назвал слово на букву С. Хорошо, ладно, все. Так, Роман, твоя любимая страна? Португалия. Хорошо, шаг вперед, давай. Замечательно. Так, Алексей, твое любимое женское имя? Полина.
Полина, хорошо, шаг вперед. Ну, замечательно, видите, как мы угадываем. Хорошо, Илья, твой любимый трек? Патимейкер, давай, хорошо. Шаг вперед. Руслан, твоя любимая баскетбольная команда? Порто. Порто? Порто, из Португалии, да? Ну давай, шаг вперед, хорошо. Никит, твой любимый предмет? Хорошо, ладно, поаплодируем сами себе, обратно все возвращаемся, ребят, все в порядке, хорошо. Итак, я слышал, что у нас там спортсмены есть, давайте мы сейчас сделаем с вами футбольный фристайлинг. Футбольный фристайлинг, смотрите, сейчас каждый по очереди, начинаем мы с Романа, раз Роман здесь стоит, надо на чекане как можно больше, хорошо, под музыку, как можно больше, такой футбольный фристайлинг. Сможешь? Конечно, сможешь. Давай, начинаем с Романа, погнали! Раз, два, отлично, все, два раза, хорошо, Игорь, лови, давай, раз, все, отлично, хорошо, Алексей, кто один раз чеканит, тот присаживался, два, все, хорошо, так, Илья, ну хорошо, пойдет, давай, Руслан, так, хорошо. Давайте Игорю поаплодируем! Игорю поаплодируем! Давай, Никит! О, смотрите, вот это да! Круто! Давайте поаплодируем, Никите! Классно! Ну что ж, у нас определилась пятерка кандидаты на то, чтобы стать мастерами, да, спорта. Ну и, конечно же, получить звание мистер-выпускник. Ребят, берем шары. Смотрите, сейчас все очень просто. Тот, кто надует, завяжет быстрее и лопнет его. Давайте сразу договоримся, лопнуть надо пятой точкой. Хорошо? Хорошо. Да? Получится? На счет три. Значит, смотрите, надуваем, завязываем и лопаем. Хорошо? Не-не-не, надо побольше, размером вот таким. А, если зарезать? Хорошо, ладно, давайте, можно не завязывать. Можно не завязывать, главное лопнуть. Хорошо, все. Замечательно. Итак, на счет три. Раз, два, три. Поехали! Все, лопаем! Никита! Это было очень красиво! Давайте мы Никите поаплодируем, он был один из последних, но он сделал его очень круто. Никита, спасибо тебе большое. А, Руслан не лопнул. Руслан не лопнул. Вот это да. Все, хорошо, тогда получается, Никита, остаешься, Руслан у нас покидает наш турнир. Давайте Руслану поаплодируем, он спортсмен года. Итак, ребят, значит, смотрите, сейчас поступаем следующим образом. Две пары. Давайте Никита и Никита, да? Берите одну, да, вот так вот. Подождите, подождите. Ты не обманешь. Положите сейчас каски и палки. Вниз положите каски и палки. Знаете, да, игру камень-ножницы-бумага. Все же знают игру. Да, все очень просто. Значит, история какая у нас? Тот, кто побеждает, тот наносит удар палкой по голове. Кто проигрывает, тот надевает каску. Понятно? Но в итоге побеждает не тот, кто выиграет в камень-ножницы-бумагу, а тот, кто быстрее воспроизведет свое действие. Либо нанесет удар палкой по голове, либо тот, кто оденет каску на голову. Хорошо? Понятно? Давайте попробуем сейчас. Порепетируем. Давайте. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Быстренько. Вот, смотрите. То есть он успел тебе нанести удар. Бывает, значит? Но на самом деле он ударил... Ну частично, ладно, хорошо, если будет спорный момент, мы будем переигрывать. Итак, до трех. До трех. Ну что ж, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. 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 Быстренько, ну. Так, ты успел один, значит получается 1-0. 1-0 в пользу Никиты. Давайте дальше. До трех играем. Раз, два, три.
2-0. Хорошо. Давайте. Раз, два, три. Но здесь не надо, конечно, да, как бы уворачиваться нельзя. Поэтому 2-1. Подождите. Уворачиваться нельзя. 3-0, да. Ну хорошо, давайте поаплодируем Алексею. Алексею, давайте поаплодируем Алексею. Постарался же парень. Все, Никита присаживается сюда, на свое почетное место. Следующая пара у нас, давайте. Роман и Илья, выходите к нам сюда. Да. Вы уже с правилами знакомы, да? Все понятно. Без пробников, да? Раз, два, три. Так, ну, каска была одета чуть позже. Сначала был удар. 1-0. Итак, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. 2-0. Роман, соберись. Раз, два, три. Раз, два, три. 2-1. 2-1. Надо было каску одевать. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну-ка быстренько. 2-2. 2-2. Ох! Итак, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Да-да-да. Да, ну что ж, побеждает у нас Илья. Давайте Илье поаплодируем. Ну и, конечно же, Роману тоже. Бурные аплодисменты! Старался же он! Спасибо, Роман. Итак, у нас остается Илья и Никита. Ребят, делаем ставки. Илья и Никита. Ребят, ваша задача сейчас вырезать девушку мечты. Девушку мечты. Ну не просто, конечно, но я думаю, вы постараетесь. На счет три, давайте, да? Раз, два, три, поехали! Или давайте поддержим аплодисментами наших участников. Смотрите, как они стараются. Как они стараются. Девушка мечты. Проезжают. Так. Никита уже сделал девушку мечты свою. Илья вот-вот уже ее доделывает. Так, хорошо. Ну что ж, давайте мы начнем сейчас с Никиты. Итак, Никит, расскажи, пожалуйста, кто это, как ее зовут, чем она занимается, какие у нее повседневные обязанности. Ее зовут Даша, она любит ходить в платье, очень красивая девушка, достаточно эпатажная внешность, и она любит заниматься спортом и профессионалом. Так, хорошо, вы запомнили, ребят? Чем занимается Даша, запомнили? Никит, давай еще раз. Она любит со мной ходить по утрам бегать и... Ну покажи еще раз. Любит ходить в платье и заниматься спортом. Она сейчас без платья или в платье? Да, хорошо, сейчас она в платье, да? Да. Вопрос. Да, конечно же, в платье. В свадебном даже, вот так вот. Видите, девушка мечты. Итак, Илья, давай. Ее зовут Амокус. Амокус. Амокус? Это да, хорошо. Она работает на рынке, мы что-то будем. Работает на рынке, носит помидоры. Хорошо. То есть это прям девушка твоей мечты, да? Да. Амокус и Даша. Итак, друзья, давайте под ваши аплодисменты мы сейчас определим. Итак, Илья и Амокус. Илья и Амокус. Никита и Даша. Эй, люди. Нет ни одного аплодисмента. Нет ни одного аплодисмента, они даже не слышали. Подождите, давайте еще раз, мы с вами договоримся. Под ваши аплодисменты мы определяем, кто победил у нас. Итак, Никита и его девушка мечты Даша. Ну так, есть аплодисменты. Итак, Илья и Амокус. Слушайте, ну судя по аплодисментам, у нас победитель Илья. Давайте мы Никите поаплодируем. Никита, спасибо тебе большое. Очень круто было все. Ну, а победителем у нас становится Илья! Друзья, вот так вот! Мистер Робот Книг! Ну и, конечно же, Илья, как ты думаешь,
какой приз получает мистер-выпускник вообще? А и мы тебе откроем тайну. Мистер-выпускник получает фотографию на память в окружении с девчонками. Да. Поэтому все-все-все девчонки, пожалуйста, я прошу вас, поддержите нас, выйдите сейчас к Илье для того, чтобы сделать общую фотографию на память, так как это, конечно же, очень почетно, стать мистер-выпускник. Девчонки. Вот это да! Большое. Андрей, сейчас мы еще, ударим нас сейчас еще. Вот интересно, кстати, родители, да, и вот Оксана Михайловна, как вы считали, ну, вообще считаете? Что нам? Вот это да, там, Егор, смотрите, просто вообще шарбатл начинается. Ребят, вы бы знали, чего нам это стоило, но мы сегодня пригласили Басту специально для вас. Да, Басту, вы готовы? Зубную пасту или басту? Не, на самом деле, басту готовы встретить? Наталья, мы держали в секрете от вас, мы хотели сделать приятное. Да, но вы бы знали, что нам это стоило, басту пригласить сюда. Серьезно? Не, ну если вы встанете все, вот так вот поаплодируйте дружно. Встанете? Встанете все? Точно встанете? Ну, встречайте под ваши аплодисменты, баста! Yeah.
Говорит, не, говорит, не поеду. В Лобню, говорит, не поеду. Но мы нашли Тимати! Вот он! Thank you.
ты совсем тут понял. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай мы с тобой сыграем в счастье. Я с тобой играть не буду. И ты кричала в телефон, иди влюбись в другую. Ну а как же я влюблюсь, если она не ты? Ведь они не ты. Весь этот мир не ты. Весь этот мир не ты. Ну зачем же я в тебя влюбился? Ну зачем мне это надо? Забирай меня скорей, увози на сто морей, и целуй меня везде, я взрослый.
будут принимать участие только те, кто на каблуках. Лиза посмотрела на тебя. До свидания. Я пошла. Все, пока. А, ну я тоже пошел. Да, Егор, пока. Счастливо. Даша тоже. Так, все на каблуках. Все, все нормально, отлично. Так, давайте еще раз вспомним, кого как зовут. Кристина, Аня, Даша, Настя, Полина, Евгения. Замечательно. Никита, правильно? Никита, как ты считаешь, кто победит из девчонок? Настя! Аня? Настя! Аня, Настя, Ярослав. В смысле? Нет, Ярослав, мы хотели сказать, не ходи возле камеры, не ходи возле Андрея. Хорошо. Итак, девчонки, давайте, значит, подходим следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, правильно? Восемь участниц у нас. Итак, хорошо. Здесь, конечно, я, кстати, предлагаю ставки делать. Делаем ставки. Да-да-да, Оксана Михайловна, вы попробуйте тоже предположить, так вот сейчас забегаем вперед. Подождите, Егор, ну что же вы? У вас не получилось стать мисс выпускницей, вы теперь будете попадать, девчонки, да? Ну хорошо. Итак, девчонки, наш первый конкурс заключается вот в чем. Надо очень красиво продефилировать. Очень... Что это такое, Настя, что это? Не переживай, я тебе сейчас все расскажу подробно. Итак, значит, смотрите. Дефилирование у нас начнется, знаете, откуда? Вот подальше чуть-чуть, подальше отойдите еще. Еще. Вот, хорошо, все. Стоп. Сзади Никита, Евгений, опасно очень там вот. Там стул у нас стоит, чтобы никто не упал. Все. Итак, внимание. Что за смех? Я тоже в конкурсе, походу, да. А, Никита тоже в теме, да? Никита вроде как тоже участвует. Но нет, хорошо. Итак, девчонки, значит, смотрите. Доходим. Проходим даже мимо Андрея, мимо видеооператора. Проходим. Доходим до нашего родительского комитета, вот до Натальи. Берем шарик. И делаем какое-нибудь оригинальное движение с этим шариком. Свое, оригинальное и неповторимое. Ага. Да? Да ладно, нормально. Все, в порядке. Никит. Хорошо. Начнем мы с Евгения. Хорошо? Евгения. Как это нет? Под ваши аплодисменты первый у нас дебютирует Евгения. Поехали! Ребята, аплодисменты надо встречать своих выпускниц. Когда я буду смотреть за родителями, подушку свою можно отправлять. Хорошо, спасибо, Евгения. Полина, давайте Полине поаплодируем как следует. Поддержим! Именно в самом завершении. Так, Полине поаплодируем, спасибо. Настя! Так, поаплодируем Насте. Так. Отлично! Хорошо. Так, дальше. Настя, пожалуйста. Спасибо. А можно сейчас музыку чуть-чуть другую? Смотри, девчонки, я хочу напомнить. Это все-таки дефилирование. Вот. Что такое дефилирование, парни, вы знаете? Ну, давай вот, Алексей, покажи, как примерно надо ходить. Давай. Вот так вот. Да, все, хорошо. Евгения, стоп, спасибо. Так. Внимание, теперь Дарья у нас идет. Под ваши аплодисменты. Так. Хорошо. Аня. Давайте Аня поаплодируем.
спасибо. Так. Знаете, что мне нравится вот именно сейчас, в этом моменте? Меня радует Наталья. Честно. Я смотрю, вот Наталья, ну прям просто она подбадривает всех. Андрей, вы так иногда отправьте на Наталью, все никак не терпится. Егор, давайте в следующей жизни уже, хорошо? Итак, Кристина, пожалуйста, давайте. Да. Спасибо. Давайте поаплодируем Софье. Итак, хорошо, мне кажется, здесь у нас нет проигравших. Абсолютно. Здесь все молодцы, давайте поаплодируем. Здорово. Итак, сейчас мы с вами усложним конкурс. Мы будем делать селфи. Селфи. Я держу на ладони родительский комитет. Первое селфи. Не-не-не, может быть туда поближе выбегай. Так, Кристина, Кристина, спасибо вам, Кристина, оставайтесь там. Да, все в порядке. Спасибо. Дайте Кристине поаплодируем. Итак, внимание, следующая фотография. Я суперзвезда с микрофоном и пою песни. Поехали. Микрофон может быть импровизированный. Так, Софья, спасибо вам большое. Давайте Софье поаплодируем. Браво! Следующий. Я на руках у своих друзей держу крепко трофей. Хорошо, не будем это. Я самым умным человеком на выпускном. И с очень умным выражением лица. Поехали. Нет. С кем-то из парней, с кем-то из парней, с кем-то из парней. Кем-то из парней, быстро, быстро! Что, у нас Никита только умный? Хорошо, я и мой двойник угораем на выпускном и держимся за животы. Поехали! Следующее. Я кормлю и меня кормят одновременно. Поехали. Грузовым нельзя. Участницы друг с другом не фотографируются. Поаплодируем Дарье и поаплодируем Анне. Они остались там. Итак, замечательно. Продолжаем сейчас дальше. И сейчас у нас с вами на очереди конкурс рисования. Надо будет нарисовать будущих выпускников через 20 лет.
это Оксана Михайловна здесь нарисована? Вот это да! А можешь... Это из моих любимых одноклассников. Хорошо, ну то есть ты считаешь, что через 20 лет инопланетяне поработят людей, да? И кто самый первый попадает под эту тарелку летающую? Это ты! То есть ты одна из самых первых получается, да? Хорошо. И ты все-таки считаешь, что... Смотри, вот тут Оксана Михайловна и кто-то еще четыре человечка. Кто это? Это Алла Сергеевна, Алла Владимировна, Елена Владимировна. Каким назначим? Наш любимый директор. Хорошо, то есть, в принципе, ну, такое вообще возможно, как вы считаете? Да. Через 20 лет вполне возможно, да? Но может, не, я знаю, честно, ну как-то... Мне бы хотелось, конечно, чтобы нас не поработили инопланетяне, но тем не менее, наверное, в какой-то реальности это возможно. Итак, ну что ж, поаплодируем давайте Насте. Ну классно же, круто, да? Свое такое творческое воображение, спасибо, Настя. Все, девчонки, мы заканчиваем. Давайте, пожалуйста, Евгения. Давайте мы сейчас с вами пообщаемся. Женя, мы здесь. Мы здесь. Давайте мы поаплодируем Евгении, встретим ее бурными аплодисментами. Разворачиваем. Ого! Ну, подходи сюда поближе, чтобы тебя все видели. Так, это что у нас здесь происходит? Здесь вот я вижу то, что через 20 лет только 3 человека остались живы. Скорее всего, те, кто будут верой и правдой служить в школе номер 2. Давайте тогда назовем по именам, кто эти люди. Физрук, технолог и музичка. Нормально. Слушайте, мы здорово смотрим на Андрея. Замечательно. Хорошо, спасибо большое. Давайте поаплодируем Евгении. Через 20 лет она считает, что физрук, технолог и музичка останутся. Хорошо, замечательно. Настя, давайте мы с вами сейчас пообщаемся тогда. Полина. О, интересно, интересно. Слушайте, здесь у нас так много спорта. Давайте, Настя, рассказывайте, что здесь происходит? Никита, он будущий футбол, который занимается им. Руслан, баскетбол. Настя, она будет заниматься дизайном. Женя, она у нас инстаблогер. Женя инстаблогер, да, Диана? Почти. Рома, он сам себя попросил таким нарисовать. Арсен станет учителем. Арсен станет учителем? Арсен, ты будешь учителем через 20 лет? Полина завела семью, она счастлива. Заметьте, только Полина через 20 лет заведет себе семью. По мнению Насти. Кристина станет моделью. А Игорь будет богатым и будет кататься на красивых машинах. Давайте Насте поаплодируем, спасибо большое. Круто! Полина, которая будет семья через 20 лет, по мнению Насти. Да, давайте развернем так, чтобы видно было. Полина, расскажите, очень интересно, что здесь происходит у вас. Женя становится бизнес-вумен. Я понял, то есть инстаблогер, бизнес-вумен, это уже для Жени уже все уготовлено через 20 лет. Хорошо. Соня становится моделью и мисс России. Софья, представляете? Как очень лестно о вас отзывается Настя, Соня. Слышите? Полина. Полина, да, Полина, прости. Так. Кто ты? Настя какая? Ага, хорошо. А, слушайте, классно, так девчонки обменялись. Настя найдет семью, Полина найдет семью. То есть они друг друга нарисовали семью через 20 лет. Никита будет футболистом. Так. Руслан баскетболистом. Руслан баскетболистом, все правильно. Леша программистом. Леша программистом? Да. Алексей. Алексей, ты программист? А, то есть ты, в принципе, это твоя тема, да? Все, хорошо. Настя, да,
Настя и Даша уйдут в маникюрный бизнес. Вот так вот. Ну и все, замечательно. Давайте поаплодируем сейчас Полине. Ну что ж, я бы хотел сейчас позвать всех наших участниц сюда. Давайте мы позовем наших... Пожалуйста, соберите сюда, на центр зала. Девочки, мальчики, все сюда. Родители, Оксана Михайловна, все сюда. А что, сгоняется? Что-то сейчас будет мега вещь. Потом. Шашлык, а потом заходите еще пиццу. Пицца? Евгения, Полина, Настя и Настя. Чуть позже, Оксана Михайловна, мы узнаем, кто у нас будет из выпускницы. Я! Это точно, да. И давайте мы сейчас Елену послушаем. Внимание, уважение, под ваши аплодисменты. Поздравления от Елены! На самом деле, эти поздравления не от меня, это поздравления от родителей, всех, которые здесь и которых нет с нами сегодня здесь, в этом зале, к сожалению. От наших таких прекрасных, даже не знаю, детей, можно ли сказать, они уже все такие взрослые, красивые, умные, надеюсь, люди. Но для нас они, конечно же, дети. Наша уважаемая, дорогая, любимая, наш классный руководитель Оксана Михайловна. Огромное вам спасибо за наших детей, за то, что вы их всегда поддерживали, помогали, оберегали от плохих поступков. Где-то что-то и журили, ругали. За то, что вы провели с нами все эти 5 лет нашей сложной школьной жизни. За то, что вы не отказались от нас, не ушли от нас, не бросили нас. Потому что мы, детей наших, кто-то журил, хулил, ругал, но мы всегда знали, что они самые лучшие. Для нас, для наших для родителей, это самые лучшие дети. И мы верим в них. Я уже вчера говорила, и я знаю, что у каждого из присутствующих здесь, и кого нет, все получится. Потому что у них вот такой замечательный классный руководитель. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо, что вы были все эти годы рядом с нами. Что вы заменили нашим детям маму вторую. Потому, поскольку работа наша, не все мы иногда успеваем, не за всем мы иногда, к сожалению, можем не все отследить. Вы в каждого из этих детей верили. Верите, и каждому из них желаете хорошего. И наши дети тоже вам благодарят вас, я думаю, что своими высокими достижениями в этой жизни. Спасибо вам еще раз огромное от всех нас. И наш самый любимый классный руководитель, ура! Особенно концовка хорошая, Сергей. Итак, надо повторить, нет? Еще раз.
А, не надо, все, давай. Хорошо. Так, хорошо. Полина, давайте послушаем Полине, что достанется. Роман, Рома. Ну давайте, подождите. Вам предоставим слово. Полина, для вас. Нет, это же было. Стоп, стоп, это уже было. Это что, вы сговорились, что ли? Да? Ну давай. Замечательно, да? Да поаплодируем девчонкам. Хорошо. Значит, смотрите, ладно, здесь никто у нас не победил. Следующий момент вот какой. Сейчас, внимание на экран. Внимание на экран. Итак, давайте мы начнем сейчас с Полины. Полина, видно текст песни? Надо поближе будет подойти тогда. Здесь не надо петь. Здесь надо, как на уроке литературы, красиво выразительно прочитать. Просто красиво с выражением прочитать. Хорошо? Хорошо. Сможешь? Давайте, красиво и с выражением, как на литературе. А ты можешь поближе подойти. Давайте. Все, я, если что, помогу. Давай, держи микрофон. Много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат. Ты по мне скучаешь, а я не особо. Просишься назад, но я не знаю, кто тут, больше не пришлю тебе запретные фото. Отвести. Давайте поаплодируем, Полина, спасибо. Все хорошо. Не держи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хоть и шепелят с твоим именем. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат. Спасибо. Итак, давайте сейчас мы попробуем определить вот из этой двойки Полина и Настя. Сначала поаплодируем Полине. Ну, хорошо, хорошо, спасибо. Насте поаплодируем. Полина, спасибо тебе большое. Давайте Полине поаплодируем как следует. Она старалась. Но на самом деле это покинула чат Клава Кока. Вот она какая. Итак. Следующие у нас финалистки. Любимка. Вот давайте вот здесь вот отсюда начнем. Давайте. Я просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Я просто трачу себя, я без дачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба, между нами война, между нами пальба, между нами вода, между нами вода. Давай на тет-а-тет, ты мой тик-ток. Я прикрываю свой тыл, пара минус один. Где же ты? Где же ты? Где? Я тратил себя по КД. Я был табельным, стал холостым. Я чуть не погиб молодым. Я просто трачу свой прайм на тебя, на тебя, на тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя, на тебя, на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, в сердце остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, в сердце остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, всего себя на тебя. Ура! Давайте поаплодируем, Настя! Тоже с припева тогда начинаешь, Евгения, с припева. Время пострелять, между нами борьба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка.
Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Всего себя на себя. Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Пау-пау-пау, пау-пау-пау. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Итак, давайте мы сейчас под ваши аплодисменты определим. Настя, идите сюда, пожалуйста. Итак, давайте сначала у нас Настя выступала. Настя, поаплодируем. Жене поаплодируем. Еще раз непонятно. Настя. Женя. Так, ладно, Настя и Женя остаются. Настя, иди сюда. Значит, смотрите, такая у нас с вами сейчас будет история. Жень, вставай сюда. Вставай сюда, вот сюда. Так, Настя, ты сюда вставай. Настя, ты здесь стой. Закрываем глаза. Закрываем глаза. И сейчас свои силы мысли мы притягиваем к себе всех, кто здесь в зале. Тот, кто наберет наибольшее количество человек, тот у нас станет мисс-выпускницей. Все понятно? Так, еще раз, давайте, Настя, ты здесь. Вот сюда чуть-чуть в сторонку. Настя, ты вот туда чуть-чуть отойди. Женя, ты туда-туда. Все, итак, кто... Закрываем глаза и не подглядываем. Руки вперед вытягиваем. Все, закрываем глаза. Настраиваемся ровно полминуты. Полминуты. Через полминуты я вам скажу, ребят, чтобы можно было подходить. Кто наберет наибольшее количество человек возле себя, тот у нас станет мисс-выпускницей. Постарайтесь сейчас максимально передать такой импульс, чтобы все поверили, что вы действительно достойны стать мисс-выпускницей. Итак, все, поехали! Чтобы притянуться к одной из участниц. Ровно минуту. Девчонки с закрытыми глазами стоят. Они не должны смотреть, что здесь происходит. Подошло трое. Давайте мы Жене поаплодируем. Да. Настя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, Настя. Подождите, София. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Кристина, конечно, да. Все, ну что ж, а вот у нас и мисс-выпускница. Настя, давайте мы поаплодируем. Вот этой замечательной Насте, Евгении, Полине тоже поаплодируем. Спасибо большое. Ну что ж, Настя... Настя Чугуй становится мисс-выпускницей, ребята! Настя Чугуй, да, вместе с парнями фотографируется. Все парни выходят. Ребята, вы готовы? Поддержим аплодисментами! Thank you.
Заметьте, их выбирает жюри и голос, как ни странно. Хотя они танцуют. Билан выбрал уже. Лепс тоже выбирает. Танцую, 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 танцую со мной.
Наташа, Лена, Вика, а Вероника. Чика-чика-чика, белая кубика. Чика-чика-чика, из тебя Луника. Чика-чика-чика, моя любовь Луника. Чика-чика-чика, для нее Вероника. Чика-чика-чика, из белая кубика. Чика-чика-чика, из тебя Луника. Смотреть на него и повторять эти танцевальные движения. Твоя задача – разоблачить, угадать, кто придумывает эти движения. Периодически движения будут меняться, но ведущий, который будет танцором международного класса, он будет один. Твоя задача – его распознать. Ты сначала закроешь глаза, мы сонастроимся, начнем танцевать. Я покажу на танцора международного класса, и мы все будем смотреть на него. Но, ребят, не палимся. То есть не надо прям пристально смотреть на этого человека и повторять такие же движения. Но! Вы должны так периодически подглядывать и делать точь-в-точь танцевальные движения. Закрывай глаза. Я сейчас показываю на ведущего, на кого мы будем равняться. Сейчас мы определились, Никита не смотрит. Ведущий может уже придумывать танцевальные движения. Уже, да. Подождите, Никита не смотрит. Придумывай. Давай. Придумывай танцевальные движения. Включи музыку, Сереж, пожалуйста. Никита, вставай на то место, пожалуйста. Даша, закрывай глаза. Сейчас мы определяемся с ведущим. Мы его нашли.
Да, и прям точно такие же движения. Погнали танцевать. Даша, пока стоит. Танцуем. Даша, закрытыми глазами. Погнали, танцуем. Открывайся. Лёш, закрывай глаза. Закрывай глаза. Итак, сейчас у нас мы определились с ведущим. Все, смотрим на него. Лёш, пока закрытыми глазами. Поехали, открывай глаза. Когда погасли свет, забегайте за кат. Глаза панели домов, дым как во сне. Никому не говори. Меняй движение, ведущий. Убираю, перерой точка. Как же идёт тебе? Кабельную полфами плачет 17 дней. Никита, закрывай глаза. Сейчас мы определим ведущего. Никит, закрой глаза, Никит. Итак, все. Сейчас, подожди, мы смысл настроимся, поехали танцевать уже. Закрой глаза пока. Открывай. Нет. Да. Сразу же, быстро разоблачил. Давай, Ярик, закрывай глаза. Сейчас мы определяем ведущего. Итак, начинай танцевать, ведущий, уже все. Ты пока закрытыми глазами, поехали. Открывай. Открывай.
Хорошо. Я закрываю глаза. Выбирайте сами себе ведущего. Ну пусть Наталья выберет. Выбрали? Погнали. Закрывай глаза. Да, погнали, все. Открывай глаза. Нет. Дайте поаплодировать! Кэш!
давайте еще так. А ведь залетел, равно в сад я залетел. Всех там раскаталось и опять упади. Это мой первый день, записал на даму. Всем себе продюсер написал, хочу быть. Абсолютно все!
плечи возьмемся, за плечи возьмемся. За плечи, да. За плечи. Назад, разворачиваемся, меняемся, назад. Оп. Пожалуйста, Даша, да. Итак, давайте
еще. А, Ярослав, да, последний участник. Все. Давайте Ярославу третьим аплодисментами. Так, внимание. Настя, пожалуйста, расскажите Ярославу. Ярослав, слушай, здесь такое происходило. Настя сейчас тебе кое-что расскажет. Давай по словам, что я вспоминал. Когда родился кто? Когда родился Павлик, он отказался. Короче, когда родился Павлик, его отказались, потому что сейчас я ничего не понял. Отлично, Ярослав, давай поаплодируем, ребят. Это на самом деле самый настоящий испорченный телефон был, да. Когда родился великий пан, то мать его Нитфа Триопа в ужасе обратилась в бедство, так как он родился с длинными рогами и длинной бородой. Но отец его Гермес обрадовался рождению сына, взял его на руки и отнес на светлый Олимп богам. Сегодня его громко радовались за рождение пана, они ожидали его имя. Ребят, я предлагаю все-таки так, чтобы в вашей жизни как можно меньше было испорченного телефона, правильно, Оксана Михайловна? Оксана Михайловна, правильно? Чтобы информация была только от первого источника, чтобы была самая достоверная, правдивая, и чтобы не было никаких испорченных телефонов в их жизни, правильно? Чтобы не было никаких искажений. Кто у нас был первым? Полина. Вот так вот, Полина. И так далее. Всем, всем, всем. Да все правильно, молодцы. Аплодируйте сами себе. Браво! Хорошо? Вот каждый по слову скажет. Все выпускникам, Алексей. Нет, зачем комплименты? Поздравляю. Любое левое слово. Нет, прямо вот начинаем. Поздравляем и продолжаем дальше. По слову, хорошо? И микрофон передавай. Оксана. Михайловна. Желаю вам только исключительно победить людей. Стоп, стоп. Здравствуйте. Оксана Михайловна, здравствуйте. Мы. Мы. Вас. Скажи, мы вас. Вас. Мы поздравляем. Короче, здравствуйте, вас. Не, по одному слову. Добрый день. Очень уже было поздно. Да, да, давайте. Нет, микрофон не слышно. Да, давай. Нет, слышно. У меня и так будет слышно. Ну, на камеру вас не снимает. Опять. Опять. И снова меня на камеру, и снова я тебя не слышу. Ну-ка, тихо. Ребят. Тихо всем. Тишина. Ну, что я хотела сказать? Сейчас я хотела сказать ответное слово родителям. Уважаемые родители, те, кто присутствует здесь в зале, и надеюсь передадите мои слова тем, кого сейчас, тем, кто не смог присутствовать на нашем, на нашем торжестве. Огромное всем вам спасибо за участие, за внимание, за понимание. Вот всех моих претензий, всех моих замечаний, с которыми я к вам обращалась по поводу ваших детей. Я не могу сказать ни единого раза, когда бы мне родители сказали, что нет, не может быть, и там еще что-то. Меня всегда слышали, меня всегда понимали и всегда принимали меры. Абсолютно все. Все родители, сколько есть, кому бы я ни обращалась. Большое спасибо вам за поддержку того, что я говорила, потому что я по вашим детям видела, что я, обратившись к вам, вы еще и дома им, так сказать, нравоучение прочитав, и я видела результат этой работы. Поэтому
наша с вами работа привела к тому, что мы имеем с вами сейчас. Огромнейшее вам спасибо. Отдельное спасибо я хотела бы сказать председателю родительского комитета. Наталья Евгеньевна, я без вас бы не выжила, честное слово. Да. За любым... Спасибо. Спасибо. Да. За любым вопросом, за любой бы-то помощью, какая бы ни была, нужна была классу или школы, Наталья Евгеньевна, сейчас я быстро, я сделаю. Я 2 дня не спала, но я сейчас соображу, я все сделаю. Все на ней держалось. Помогающие, все, кто помогал, все, кто помогал мне в классе. Ирина Анатольевна, как вы лихо справились с этими, с нашими жалюзи, как вы их там застегнули, как их смогли бы это смогли снять, во-первых, а во-вторых, как вы их там быстро пристегнули. Елена Борисовна, как мы к вам все время обращались за помощью и то, что вы бы это, то, что вы помогали. Виктория. Валерия, пожалуйста, Виктория, да. Ну, я уже дама старая, так что. Ой, да нормально все. Нет, я старенькая, уже вторая половина века пошло. Простите, пожалуйста, уже за 50 перевалила. Мы думали, первые 20. Нет, я уже старенькая. Оксана Михайловна, что, спокойно тебе уже. Дай Бог, твои слова до Бога уши. Да. Анна Валентиновна, большое спасибо вам тоже. Мальчишки шебутные, что и говорить, да? Но тем не менее и мама, и папа справлялись вот туда. Сказала классный руководитель, мама с папой накрутили, тишина, все спокойствие, все хорошо, безо всяких проблем. Елена Анатольевна, еще раз, и за Романа, за Егора спасибо большое, то, что поговорили, объяснили все. Екатерина Константиновна, спасибо за вашего сына. Замечательный ребенок, и вам за все здесь идеальный ребенок в данном случае. Да, стучите. Роман, идеальный ребенок Свиридов. Вообще отлично все. Большое спасибо всем абсолютно. И я рада, что у меня был такой класс. Были такие родители, были такие дети. Все вы яркие звездочки, яркие личности. Мне очень, эти все 5 лет, не могу сказать, что у меня было что-то там, да, у нас были, да, вспомните, сколько я ругалась, вспомните вашу картинку, которую вы на меня нарисовали. Мой мастер, да, все правильно, мой мастер, он до сих пор лежит, я его сохранила. Единственное, что там надо было слово «дурак» зачеркнуть, да? Правда? Ведь я все время говорила, что дураки слово убираем. Дуракам закон не писан, да? Да, но слово «дурак» убираем, потому как все далеко не дураки, а очень умные. А вот все остальное это точно. Не писан, не читан, не понят, да еще и не так вдобавок. Мое слово. Всем вам огромное-огромное спасибо. Вам спасибо. И вам спасибо. Всех!
Связанный Макс. Макса связали. Есть требования у ребят
Никита. Это сделал Роман и Арсен. Ребят, ну иди сюда, иди сюда. Значит, смотрите. Стоп, Макс, не надо ползти. У них требование, чтобы девчонки вокруг Макса станцевали восточные танцы. Не-не-не, давайте просто стриптиз. Ну какой стриптиз, о чем вы говорите, Никита? Девчонки, надо Макса спасать. Помогите! Макс привязанный. Попросили восточный танц называть девчонок вокруг Макса. Пойдемте, поддержим. Пойдемте. Оксана Николаевна. Воздушные танцы вокруг Максима. Вокруг Максима, чтобы он развязался. Оксана Николаевна, идем. Мамы. Вокруг Максима танцуем. Вот. Только девушки. Только девушки. Все сдаем. Девушки. Oh.
Давайте все вместе в один большой круг встанем. В один большой круг.